Здравствуйте, зрители, это Zeba Academy. В этом видео мы исследуем увлекательную тему о том, есть ли вода на экзопланетах, это планеты за пределами нашей Солнечной системы, и обнаружение воды на них может многое рассказать нам о возможности существования жизни за пределами Земли. Ученые действительно заинтересованы в этом, потому что вода очень важна для жизни в том виде, в каком мы ее знаем, она помогает формировать климат и геологию планеты и является ключевым компонентом для выживания живых существ. Выяснить наличие воды на экзопланетах – непростая задача. Ученые предполагают, что вода могла попасть на эти планеты различными способами, включая доставку ледяных скал или комет, столкнувшихся с планетой при ее формировании, или ее образование в атмосфере или внутри планеты. Факторы, такие как размер, состав и расстояние от звезды, определяют наличие и сохранение воды на планете. Более крупные планеты с сильной гравитацией, вероятно, лучше удерживают запасы воды, в то время как более мелкие могут потерять ее со временем. Обнаружить воду на экзопланетах сложно из-за их большого удаления от нас, но ученые разработали хитроумные методы для этого, один из них – транзитная спектроскопия, где изучают, как атмосфера планеты влияет на свет ее звезды при ее прохождении перед ней, другой метод – прямое наблюдение за экзопланетой и анализ ее собственного излучения. Несмотря на сложности, ученые сделали захватывающее открытие. Например, они обнаружили водяной пар в атмосфере экзопланеты К2-18b, находящейся в обитаемой зоне вокруг своей звезды, что может указывать на потенциальное существование жизни на ней. Также были найдены свидетельства воды на других экзопланетах, таких как те, что обращаются вокруг звезды TRAPPIST-1. Эти открытия подтверждают, что вода может быть более распространена во Вселенной, чем мы ранее предполагали. Понимание наличия воды на экзопланетах помогает определить их потенциал для жизни и возможность существования на них жизни. Это значимый шаг в наших усилиях по поиску жизни за пределами Земли, и ученые с нетерпением ожидают дальнейших исследований и новых открытий. Благодарим вас за просмотр этого видео, подписывайтесь на Zeba Academy, чтобы быть в курсе новых интересных видео.